Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. А, помогите близким и родным понять, что произошло с парнем. Слишком быстро расписывается девочка, усыновляет его на вражденного чужого ребенка, никого не слышит, очень сильно изменился, складывается впечатление, что с ним что-то сделали. А, ну, совершенно очевидно, что вопрос а вот здесь задается э, не совсем м, психологом, да, потому что тут э, тут как бы ну, пишется э, о том, что с человеком э, что-то сделали, вот то, то есть э, имеется в виду что-то из меня, да, вот и Поскольку с точки зрения психологии вот, таких феноменов не существует, вот, то я отвечу вам а, именно с точки зрения а, с точки зрения психологии. Я, я вам постараюсь ответить. А, то, что, то, что происходит... Очень похоже на то, что, во-первых, человек а, испытывает страсть. А, то есть, ну, влюбленность, страсть – это такое состояние, когда а, субъект не отдает конечно, себе отсчета в том, что он делает, и в общем-то действительно склонен совершать какие-то вещи, которые, которые могут по-разному восприниматься окружающими. Вот. Но если подобное возникло... Вот, Это означает только то, что человек довольно долго подавлял в себе что-то. Вот. Довольно долго подавлял в себе какие-то э, ну какие-то чувства я довольно долго подавлял себе какие-то эмоции вот. и это привело вот к такому то есть вот э, ну случился какой-то триггер И все, что человек подавлял, начало так вот хаотично выращаться. Вот. Хаотично проявляться. С чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что человек не чувствовал себя э, значит, э, свободным, вот. э, человек не, не, чувствует, не чувствует себя э, собой, и в общем-то отчасти то, что вы э, ну, пишете, то, что вы описываете говоря о том, что человек, человек изменился сильно. В какой-то степени это подтверждает, то есть, что человек находится под... Под давлением человек находится под неким таким надзором вашим. Вот. А, интуитивно может -э, хотеть ам, от него избавиться вот, и использует такую возможность. Да, может быть, может быть, а, может быть, он, он делает не очень а, х, а, х, а, хорошие вещи, сейчас. и ваша тревога, она... Понятно. Но разве человек не не имеет права совершать свои ошибки, не имеет права получать свой опыт? На мой взгляд, может. И то, что вы Противитесь э, этому, говорит о том, что вы находитесь э, в слиянии с э, этим человеком. То есть, э, вы зависите от него. Вот. То есть... Э, Ну, то есть, вот вы как раз э, находитесь в чем-то своего рода созависимости от э, этого человека. И, на мой взгляд, э, с этим вам в первую очередь нужно работать с ограничением э, себя от э, него, что у него своя жизнь, у вас в этом смысле своя. И что человек имеет право ага. на свои ошибки. Я думаю, что то, что вы проецируете переносите на э, человека, вот, на мой взгляд, это э, связано с вашими собственными э, какими-то страхами, с вашими собственными ограничениями, с вашими собственными желания, желаниями и с вашей собственной, как мне кажется, невозможностью быть ну, свободнее, рисковать, учиться на своих ошибках, получать опыт. То, что делает сейчас э, тот человек, о котором вы пишете. Это может быть ваш сын, может быть ваш брат и так далее. Это тот самый случай, когда забота, когда опека э, поворачивается в твою негативную сторону. Вот. Э, пытались, чтобы человек был к вам привязан. Пытались, хотели, хотели, и вот что получилось. Отдавали бы свободу, позволяли бы человеку делать свои ошибки. Вот, и кто знает, может быть... Ничего такого бы и не было. Вот. Сейчас для э, Владимира э, вот э, то, что вы описываете, является, является э, возможностью. Э, является возможностью почувствовать себя. Э, мужчиной почувствовать себя самостоятельным почувствовать себя кем-то, что он сам по себе что-то может, что-то хочет и так далее как бы это не было для вас неприятно. Поэтому я думаю, что лучше, что вы можете быть, а лучше, то что вы а, можете сделать в этой, ситуа в этой а, ситуации, да, вот. это а, быть рядом с человеком. А, поддерживать, а, поддерживать его. А, быть, быть с ним рядом и быть, быть готовыми к тому, что, к, что, к тому и когда, а, что если человек ошибется, если он, если он разочаруется, ему понадобится ваша поддержка, ему понадобится, чтобы вы были рядом, но ни в коем случае не осуждать и не оценивать его, а поддерживать, дарить ему свою любовь. Потому что любовь это принятие, это заинтересованность в развитии человека. А то, что сейчас Происходит с э, Владимиром, это и есть то самое разви развитие необходимое для того, чтобы получить опыт. За Со своим собственным беспокойством и своими собственными страхами, которые у вас есть, можно поработать отдельно, но это нужно отделять от того, что происходит. Э, более того, я бы сказал, что э, какие-то элементы сопротивление, какие-то элементы, ну вот давление, да, они только лишь могут и будут укреплять человека, человека в его решении, в решении действовать. Именно так они начали. Вот, потому что... Чем больше вы сопротивляетесь, тем больше он понимает, что он делает что-то неправильно, тем больше он э, хочет это делать, потому, потому что э, это именно по его... Это именно 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 по его. Э, но не э, по-вашему. И э, вполне возможно, что... Ну, пока вот история. Так, такой вот тут есть а, момент. Вот а, как-то... Как-то так. А я бы вот а, изучил здесь а, такую, такой феномен, как... Mm, такой феномен как э, слияние вот это психологическая защита вот. вам нужно э, посмотреть и увидеть э, что вы скорее всего находитесь именно в таком э, состоянии Uh, по отношению к uh, ну вот по отношению к um, Владимиру на этом все uh, я я желаю вам всего самого доброго буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. А, удачи, обращайтесь.